нарядная на праздник к нам пришла. К новогоднему эфиру готова. Совсем скоро мы проводим 20-й год, и под бой кремлевских курантов войдем в новый 2021 год. Кстати, я недавно узнала, что, оказывается, многие неправильно загадывают желания. Ну, не в тот момент. Спасибо Дмитрию Кузьмину, он открыл мне... Ну так когда нужно загадывать желание? Значит, желание загадывать в первом перезвоном часов. Ведущий инженер службы времени Евгений Федосеев предупреждает, не опоздайте. То есть не с последним ударом? Не с последним и не с первым. А почему? Механические часы так устроены, что с началом часа начинается перезвон. Дмитрий Кузьмин, Константин Стручков, Евгений Смирнов, Александр Голубев, Елена Савина.